Я вам даже сверху делаю обзор вот этого вот места, центра Санта-Каталина. Вот я ориентируюсь только вот по этой огромной башне отеля, который называется АЭС. Вот вчера я практически заблудилась, а здесь я стою. Это называется Супердина. Огромный мегаполисный магазин. Вот знаете, когда я смотрела на него издалека, мне казалось, что он совсем рядом. Но мне пришлось идти почти 15 минут до него, от парка Санта-Каталина. И я буду очень опечалена, если это не то, о чем я думаю. Я-то думаю, что это все-таки продуктовый магазин. Вот видите, Хипердина. Скорее всего, что здесь не только продукты, но и всякие разные бутики. Вот видите, да, ориентироваться. Огромный супермаркет мне абсолютно не нужен. Мне нужен только продуктовый отдел. Сказали, что еда наверху, едем наверх. Так, поднялись наверх. Прямо даже я не знаю. Посмотрите, какой огромный комплекс этот Супердина. Вот для чего он мне такой, скажите, пожалуйста. Ну, он не только мне, наверное, вообще никому не нужен. Вообще, мне кажется, что как раз вот фрукты, ой, эти продукты, они вот там внизу. А здесь, знаете, ходить по этому центру огромному, только время терять. Что здесь можно купить нормального? Здесь цены заоблачные. И вот смотрите, вот эти лифты прозрачные, супер, да? Ну и это все теперь должно окупиться. И все это входит в стоимость товаров, которые здесь вам предлагаются. Вы понимаете, насколько эти цены заоблачные? Иду дальше, ищу дальше. Спустилась на первый этаж. Ну вот если сейчас слева не это, не продукты, то я дальше просто не пойду. Вот эти все суперские, огромнейшие магазины. Ну, для чего они мне? Можно даже вообще-то зайти. Кстати, вы знаете, цена-то еще и ничего. Вот видите, 47,95 евро. Это мой 7-й размер Nike. Вот. Очень даже неплохо, легенький, красивый. 47 евро можно купить. Ну и здесь же рядом точно такой же, только уже 87 евро стоит. Вот цены, да? Этот 70 евро стоит. Я прям подошла к самому дешевому, конечно. Да, но если уже смотреть такого симпатичное что-то, вот 89, стоил 113. Видите, да? Все нужно мерить, конечно, у меня сейчас сырые ноги. Нет желания мерить. Вот этот бренд магазина. Дина, Супер Дина. Вот видите, супермаркет. Ну вот, ура-ура, я его нашла. Именно супермаркет Дина. Огромный супермаркет. Сейчас зайдем и посмотрим. Людей практически никого и нет. Продуктов, конечно, очень много. Вот. Сейчас я попробую найти свежую рыбу, вам покажу. Посмотрите цены на мед. Ну вот есть, конечно, и такой дешевый мед. Ага. Испанская колбаса. Помните, когда-то я вам про нее рассказывала, которая называется кнут. 2,50 вот это. Неплохая, да? Но если учесть, что это 2,50 евро, то немножко дешевле, чем у нас в Англии. Именно вот эти прилавки я искала. Здесь сыр. Смотрите, да?
Оферта – это предложение, скидки. Угу. Мне очень понравился у них сыр Гауда. Но я уже его купила, я пока покупать не буду. Сыр. Вот, я нашла этот сыр Гауда, видите, 9,80 и 6,97. Вот этот вот очень вкусный сыр. Я его дважды покупала, и он у меня еще остался. Ну и тут, конечно же, хамон разный, большой. Не очень-то большой выбор, надо сказать. Цены высокие. Вот самое дешевое я здесь вижу, это 14,79. Ну вот еще мне предлагали купить лома. Это лома, тоже копченое мясо. Вот видите, какая цена. 35-34. Тоже лома. Копченое мясо. Вот это немного дешевле. Вот так выглядит, видите. 19,95. И еще дешевле. 18,99. Тоже лома. Видите, да? Вот нарезка. 2,43. За 128 грамм. Здесь на срез я даже не могу вам показать. А здесь есть. Видите? И здесь вот меньше 100 грамм. Фунт 88. Мясо. К сожалению, вот здесь все время добавляется, видите, пар. И здесь так все в дымке. Так, это филе. Это филе 7,95 со скидкой. А, это биф, по-моему, или что это? Здесь я вижу биф 13,75. Это для супа, для борща, кусочки на костях 8 евро за килограмм, да? А это вот как раз свининка, видите, она намного дешевле. 4 евро. 6.